Темиртау Горняк, первое противостояние этих команд в этом сезоне. Конечно, не самый зрелищный хоккей соперники выдали, но как бы там ни было, в первом периоде обменялись такими некими остротами, и где-то вот поудачливее в первые 20 минут оказался Руднинский Горняк. И вот эта вот шайба Чанкина с передачи Юлбарисова и Воронина стала, наверное, такой вот кульминацией всего первого периода. Ну и сам автор заброшенной шайбы отмечал, конечно, классную передачу Воронина и Юлбарисова. Ну, собственно, так у нас завершился первый период. И за этот период уже после матча Роман Козлов, главный тренер Темиртау, сказал, что, безусловно, будет спрос со своих подопечных. Но на второй период темиртауцы вышли уже более собранной командой и немножечко переломили ход этого матча. Шайба Кожевникова в большинстве, и счет равный 1-1. Это показатель после двух периодов. И вот третий период во многом, конечно, должен был быть определяющим. Будет ли у нас овертайм или все у нас решится в основное время. И вот такие вот стычки, конечно, ну, для болельщиков всегда украшение матча. Но, с другой стороны, Горняк, который находится в шаге от зоны плей-офф, не хотел уступать ни на каждом участке хоккейного поля. И вот такие вот стычки у нас периодически возникали, за что, конечно, получали свои две минуты за грубость от арбитров. Ну и в целом, конечно, судейская бригада этот матч здорово отработала, контролировала и держала нить этого матча в своих руках и не давала разгуляться эмоциям. Ну и третий период во многом стал определяющим. Сначала Цуриков, который также был замечен в одной из потасовок. Здесь Михнин также получил с Ахметвалиевым по 2 минуты за грубость. Но чуть позже посмотрим шайбу Цурикова, которая, собственно, вот она на ваших экранах. Не промахнулся и вывел свою команду вперед. И во многом благодаря, наверное, этой шайбе игра, можно сказать, была для Темиртау и Горняка решена. Рудничане пытались, конечно, переломить. Всеми силами бежали и вкатывались в зону соперника. Но не получалось, это фарта, может быть, не подвезли, а где-то и уверенная игра защитников Темиртау и вратарям. Сегодня в воротах у Темиртау был Виктор Селиверстов. И в целом, конечно, довольно надежно сыграл этот 20-летний вратарь. Он ровесник Акулинина, кипера Горняка, но Акулинин, конечно, гораздо больше игровой практики получает. Ну и вот сегодня Селиверстов, я думаю, во многом оправдал надежды своего тренерского штаба. Это уже итоговая шайба, которая установила у нас окончательный счет в этом матче. 3-1. Темиртау празднует победу в первом противостоянии с Горняком из Рудного. Завтра повторная игра в 17:00 по времени города Нур-Султан. И, конечно, будет интересно посмотреть то, как парни Невструева подойдут к этому матчу. Всего доброго, берегите себя и любите хоккей.